И это при том, что в Омске не платят компенсацию тем родителям, детям которых не хватило мест в детских садах, как, например, в Томске. Впрочем, и там эту программу сокращают, чтобы деньги получали только действительно нуждающиеся семьи. Такое решение приняли депутаты областной думы. Теперь рассчитывать на возмещение своих затрат смогут только те семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе. Таких 15 тысяч. На сессии обсудили и другие возможности пополнения областного бюджета. К примеру, отменили подарки новорожденным. Экономия на комплектах белья составила еще 15 миллионов рублей.